Тренировка начинается с разминки. Сейчас мы должны больше наблюдать, когда начинаем собаке выдавать лакомство. Первый кусок вы собаке даете, когда собака возле вас стоит или сидит. И здесь вы... Стоп, не торопитесь. Ага. И здесь вы даете собаке попробовать, что у вас там в кармане. Он так уже почувствовал, но вы даете ему попробовать, чтобы на вкус он попробовал. И мы сразу же с первого куска лакомства сразу же включаем пристальное внимание и наблюдаем. Если он еще выпрашивает, если он тут же еще выпрашивает, смотрит на вас, лезет к руке, то второй и все последующие куски вы ему выдаете, когда от него отходите. Вы ему предлагаете такую ситуацию: я от тебя отхожу, ты идешь и у меня выпрашиваешь, тогда я тебе даю. Если ты идешь, если ты отворачиваешься, Рексик, нельзя, смотрите. Если такая ситуация, что вы дали один кусок собаке лакомства и видите, что он сильно отвлекается и больше не выпрашивает, то вы должны тогда поменять место тренировки, либо отложить тренировку, потому что либо поменять лакомство, потому что мы видим, что мотивация слабая, либо мы заниматься вышли в том месте, где различные отвлечения. Поэтому либо меняем место, чтобы собака ни на что не отвлекалась, либо меняем лакомство, либо откладываем тренировку. Нам нужно, чтобы собака была замотивирована. Тут я вижу, что есть мотивация, но вообще я вам рассказываю на будущее. Потому что бывает у нас наступило лето и жарко. Вы вышли, а ему жарко. Вы думаете, да почему собака? Поэтому здесь вы должны учитывать даже погодные условия. Взяли, когда жарко, допустим, рано утром, либо вечером отложили тренировку, а днем собаку, когда жарко, не трогайте. Потому что в жару собаки меньше едят. Я знаю, вот. Мы уже это проходили. Вот, вот. Поэтому здесь вы все это должны учитывать. Давайте, предлагаем кусок, даем кусок, просто так даем. Даем кусочек. Молодец, даем. Все. Поводок при этом не нужно тянуть. Вот, начинаем теперь отходить и предлагаем еще. И старайтесь по ходу накармливания собаки давать то с левой, то с правой. Менять руки, да, да. Хорошо. Хорошо, супер собака, давайте. Молодец, умница. Здесь он идет за вами, и вы ему даете. Старайтесь, чтобы он шел, не садился. Чтобы он шел, нужно самим двигаться. Вот, хорошо. Так, достаточно. Достаточно, пока не даем. Теперь смотрите. Теперь собаку нам необходимо разгонять. Он идет медленно, потому что вы идете медленно. Здесь мы должны его разгонять. Рекс, сука, сидеть! Это что такое? Сиди, говорю. Здесь мы должны его разгонять и предлагать ему немедленно двигаться. Отпускайте поводок. Мясо не дает. Вам давайте в стаканчике. Дайте мне борщ. Куски большие. Да. Куски большие, да. Ну, в следующий куски раз должны быть сделаем. Меньше. На 2-3 кусочка вот эти куски должны быть меньше. Хорошо, я запомню. Я первый раз-то. Смотрите. Собака. Ей нравится. Ему нравится. Мы ему предлагаем. Если ты будешь медленно идти, я тебе давать не буду. Угу. Теперь ты должен бегать быстро. Мы задачу усложняем. Но чтобы его разогнать, нужно двигаться от него. И в лопатку его второй рукой, где даже горсть у меня, в лопатку его притормаживать. В переднюю лопатку. Меняя руки. То левой рукой, то правой. При этом положительные эмоции правильно. Сюда спереди. Да. Теперь он начинает бегать быстрее, и я ему говорю, не говорю, а объясняю. Если ты будешь бегать быстро, тогда ты будешь получать мясо. Хорошо. Скорей, скорей, скорей. Давай, давай, давай. Супер, давай. Да. Хорошо. Супер, собака. Двигаемся, поощряем. Перекладываем и готовимся. Предлагаем прокружиться в одну сторону. А, молодец. Вот, супер. Постоянно отходим от него. Предлагаем прокружиться в другую сторону. Да. Скорей, скорей, скорей. Скорей, давай. Молодец. Умница. Если даже лезем в карман за лакомством, то все равно от него отходим. Сюда! Хорошо! Супер, собак! Предлагаем ему высоко подпрыгнуть, возможно, либо встать на задние лапы, говорим, да. Хорошо.
будет. Предлагаю вот так идти за рукой. Да, отдаем. Предлагаем за другой рукой идти вот так. Супер, собака, да? Молодец. Оглаживаем, говорим, молодец. Я всегда люблю. Хорошо. Еще берем. А теперь из активных движений переводим его в спокойное движение. Сидеть. Да. Хорошо. Поставили. Стоять. Хорошо. Положили. Предлагаем с правой руки. Я работаю правой рукой. Кладем собаку. Лежать. Если заваливает жопу, не даем. Протягиваем руку чуть-чуть вперед, он выпрямляется, ага. И тогда отдаем. Ничего не говорим, рукой его не поправляем, ждем, когда сам выпрямится. Руку отводим, сами тоже отходим, чтобы он ровно лежал. Кладем его ровно, успеваем отдать, пока лежит ровно. Он привык ложиться вот так. Не даем ему за то, что он ложится криво, если для нас имеет значение, чтобы он ложился ровно. Смотрите, лезет он к левой руке, потому что в левой руке горсть. В правой не берет, потому что здесь один кусок. Берем, перекладываем, если он хочет работать с левой руки, перекладываем и пока работаем с левой рукой. Вот он ровно лег, даем. Снова пробуем, повторяем. То же самое, чтобы лег ровно, тогда отдаем. Вот так, даем. Хорошо. Теперь стараемся накармливать его в позиции лежа, чтобы он не успевал вставать. Куски меньше должны быть. Хорошо, снова завалил жопу, не даем. Запомнила. Отпустили руку, держим, пробуем подсказать. Лег ровно, даем, и сюда приходит левая рука, и мы ему даем на карту. Если он лезет в руку, не даем, две руки здесь с лакомством. Теперь работаем над тем, чтобы он не в руку лез, а чтобы мы ему сами давали, чтобы он не отгрызал руки. Если он сейчас завалит жопу, то на это пока не обращаем внимания. Почему? Потому что мы сейчас начали работать над другим. Мы сейчас начали работать над тем, чтобы он не выедал лакомство, а чтобы мы ему сами выдавали. Если он лезет и выедает, мы ему не даем, руки закрыты. Видите, он успокоился, тогда даем, говорит, да, да, хорошо. Мы ему объясняем, если ты не лезешь, тогда я тебе даю. Когда он успокоен и не лезет, говоришь, да. Кончилось мясо, говорит, пошли. Пошли. Не нужно закрывать глаза на то, что собака остается в позиции. Мы встаем, и собака встает. Почему? Потому что с позиции собака, мы учим собаку так, чтобы с позиции собака уходила по команде. Помнили это? Для того, чтобы отрабатывать выдержку. Когда он будет уходить без команды, с позиции лежа или сидя, или даже стоя, то мы ему в дальнейшем будем говорить, не было команды.